Для более лучшей аэрации больших аквариумов объемом 50-70 литров и более необходимо иметь побольше распылителей. Желательно, чтобы они лежали в разные стороны друг от друга. В зоомагазинах распылителей огромное количество. Выбираю самые простые. Они могут идти со шлангом, уже готовые, или отдельно. Мы можем просто взять вот такие тройники и собрать свой. Но я вечером особо не заморачивался, поэтому взял вот такой вот фиксатор внутривенный. Убрал оттуда все лишнее, иглы всякие. Потом взял систему для капельницы. Оттуда все лишнее тоже убрал, вот остатки от капельницы. Наконечник компрессора тоже был снят и установлен к шлангу, который идет вместе с компрессором. Сам шланг фиксатор не вставлялся, поэтому пришлось мне взять вот наконечник. И получилось вот такое вот приспособление. При необходимости я, конечно, все это поменяю, но пока оставлю. На второй распылитель установил вот небольшое такое удлинение и присоединил к фиксатору. Как вы уже заметили, все, что находилось внутри фиксатора, всякие резинки, там уплотнители, все я оттуда убрал. И все соединил. Получилось вот такое вот приспособление. В магазине продаются присоски, которые фиксируют этот шланг и всякие провода там. Но я не пользуюсь фиксаторами. Да и аэратор мне дополнительно не нужен.